Сегодня уникальный день, и мы представляем шубу Алла от бренда Альката. Шубу, о которой мечтают многие и могут позволить себе только избранные. Шубу, которая является уникальным предложением от телеканала Shopping Show. И мы открываем наш модный бутик и приглашаем вас к звездному главному стилисту рубрики «Мода» Миколе Комендрову. И, конечно же, бренд Альката сегодня не мог пропустить это мероприятие и поздравить нас именно с днем рождения. А, конечно же, поздравить он решил самым главным своим продуктом. Это настоящая шуба изнутри. Комбинированный дизайн. Здесь песцовый мех соединен как раз-таки с самым практичным мехом в России. Это нутриевые формы. Большая палитра красок, правильная форма, универсальные позиции даст возможность выбрать данную шубу для каждой из вас. Независимо от того, пышненькая форма вы или, наоборот, достаточно худощавый. Ну и, конечно же, у нас с вами это изделие полностью доказывает о том, что оно эксклюзивно, потому что каждая шуба имеет особый номерной знак и паспорт, что даст возможности вам выбрать для себя это изделие, а самое главное, сделать его своим индивидуальным бриллиантом. Особенное предложение – это роскошь, это красота. Это особенный статус. Кстати, серый цвет, бесподобный, жемчужный, вы выбираете для себя сейчас. Очень красивый цвет, графитовый, знаете, как голубая норка. Посмотрите, какой перелив, посмотрите, какой блеск. Прикоснитесь вместе с нами, вы себе можете это позволить. Очень роскошный цвет, который называется сегодня... Черный. Черный цвет, посмотрите, да. Вот так, да, с он таким воротником. Он будет отличаться именно светлым воротником, а лисичьи именно хвоста, и коричневый оттенок представлен сейчас на лени. Кстати, темно-коричневый цвет, обратите, пожалуйста, внимание, это мой выбор, как дорогие соболя, эффектные, Микола. В прошлом году, 2021 год, у нас было распродано более 1000 позиций шоп. И я хочу сказать, что сегодня мы решили именно день рождения, именно праздник начать с этого предложения. Вы можете себе это позволить. Дополнительно вы получаете в подарок карту Prime сегодня шубой Алла от бренда Альката. И главное, обратите, пожалуйста, внимание, от 44 до 64 размера. Микола, как мы выбираем размер? Зависит ли рост на размер? Мы выбираем с вами четко размер в размер данное предложение. Выбираем только по обхвату груди, потому что шуба выполнена в самом универсальном именно конструкции. Эта конструкция называется у нас с вами бабочка или медуза, что дает возможность как раз-таки дамам с любыми формами, особенно корпулентными, выбрать для себя это изделие. Полноценная длина шубы у нас с вами 109 сантиметров, а значит дама, которая даже имеет... практически рост дюймовочки может себе подарить сегодня такую красивую, роскошную шубу. Хотя, знаете, мужчины это должны сделать. Мужчины к экранам. К экранам наших телезрительниц приглашаем сегодня и мы. Итак, еще раз. Сегодня вы получаете лучшее предложение. Это роскошь, которую поздравляет вам сегодня телеканал Shopping Show и бренд Альката. И, кстати, у нас на телеканале уже 19 заказов шуб Алла. Поэтому вместе с нами празднуйте день рождения. И главное, вы получаете уже сейчас карту Prime с бесплатным годовым обслуживанием. Поэтому торопитесь и выбирайте. Она стоила практически 66 тысяч рублей. Сегодня это цена 39 999, зато лет на 20. Кстати, у нас есть поздравление представителя от бренда Альката. Сегодня день рождения, поэтому давайте посмотрим это видео. С днем рождения, телеканал Shopping Show! Поздравляем Shopping Show с днем рождения, уважаемые партнеры. Желаем вам стильных эфиров, комфортной работы, любящих телезрителей. Вместе с вами мы отмечаем еще одно значимое событие – год сотрудничества нашей компании Shopping Show. Искренне надеемся, что мы будем вместе долгие годы радовать наших покупателей. С любовью и заботой, компания Альката. Сегодня поздравления не перестают поступать на наш телеканал. Любимые, дорогие, действительно, каждая телезрительница мечтает о шубе. Я помню, как моя подруга Ксения, у которой трое детей, многодетная мамочка, так мечтала о шубе. И знаете, она говорит: Лен, мне муж обещал на рождение первого ребенка, не подарил. На рождение второго ребенка, и когда уже наконец родилась третья дочка, он подарил шубу. Вы знаете, казалось бы, покупка шубы, но зато... она по-другому шла.
Она по-другому приходила на работу. У нее было другое ощущение. Она говорит: Ленка, я так мечтала о ней. Я, говорит, понимала, что это то, о чем я мечтала. И моя мечта сбылась. Вот, Микол, казалось бы, покупка шубы. Но почему так женщины мечтают именно о натуральном мехе? Ну, в первую очередь, потому что мы проживаем в самой величайшей именно стране в мире. Самой большой стране в мире и самой большой душой в мире. И мы с вами находимся на самом душевном телеканале, именно в нашей в пространстве телевизионного. И шуба – это, конечно же, как с молоком матери в ДНК каждой русской женщины. Потому что наша погода нам дает возможности только в шубах правильно согреться. Нутрия – это один из самых лучших продуктов природных, который обеспечивает нашей именно влажной погоде сохранять тепло и фактуру. Потому что у этого меха самая крупнейшая остевая основа и, конечно же, подпушек. Неспроста нутрию, кстати, иногда подстригают под форму норки и, в принципе, предоставляет ее такой же. Проверить качество изделия и, конечно же, понять, что оно индивидуально с помощью QR-кода, который, кстати, вшивается в каждое изделие и является индивидуальным. Поэтому при покупке вы становитесь обладателем единственного изделия, которое имеет единственный номер, который всегда можно с легкостью перепроверить. Вот такая вот специальная именно позиция. Вшита в подкладочную форму, вы можете пройти через QR-код в телефоне и посмотреть именно паспорт изделия. Вы там получаете все, когда она была изготовлена, номера ННН самой компании и, конечно же, единственный номер, который присваивается тому обладателю, который ее приобрел. Как дорогой автомобиль, который будет только вашим. Это цена праздничного дня рождения, цена уже с картой Prime, которую мы дарим вместе с годовым обслуживанием. Поэтому выбирайте, скажи, пожалуйста, Микола, теплая до минус 35. Как ухаживать? Снег, дождь, там непогода, разные регионы бывают. Мы сегодня представляем с вами шубу изнутри, а нутри – это тот самый как раз-таки продукт, который хорошо реагирует на влажную погоду. Поэтому нутриевая шуба является одним из самых популярных. Вы можете ее носить в дождливую, в погоду оттепели, в сильные морозы, когда идут снегопады, и она всегда сохраняет форму. Любой именно погодные катаклизмы ей не страшны. А вот чистка и уход за ней очень легкий. Просто с помощью щетки можно прочесать мех. Да. Либо один раз в год отнести ее в химчистку. Микола, а знаешь, что самое главное? Наши телезрительницы могут позволить себе все. И не надо сегодня на шубу брать кредит. И не нужно ждать такого подарка от кого-то, потому что вы себе можете позволить это сами. Лучшее предложение дня – шуба. Алла, что ты делаешь со мной?